Здравствуйте! Мы находимся в отделе эстампов Российской национальной библиотеки. Здесь множество самых различных альбомов, гравюр. Но сегодня в передаче «Хранители памяти» мы поговорим о совсем небольших изданиях – открытках. В нашем фонде, наряду с разнообразной печатной продукцией, плакатами, лубками, гравюрами, хранится и очень значительное по объему собрание почтовых писем или открытых писем, или просто открыток. Впервые в Австрии в 1869 году появляется открытое письмо. В России первая открытка издается в 1871 году. На протяжении 20 лет в России это было государственное монополия на издание открытых писем. Надо сказать, что уже к концу XIX века было известно, что более 2,5 миллиардов открытых писем было в обороте. Это колоссальная большая продукция, это колоссальное количество. И открытки служили важным коммуникационным средством. Надо сказать, что первоначально, например, они издавались, вот когда в 70-е годы, значит, их выпускали, как я уже говорила, их выпускало государство или, например, Всемирный почтовый союз. Вот у нас одна из открыток, которая выпущена Всемирным почтовым союзом, который был организован в 1874 году, и Россия была одним из учредителей Всемирного почтового союза. И вот мы видим открытку, которая изображает Киево-Печерскую лавру. И несомненно, что она предназначалась для паломников, которые приезжали туда, которые покупали такие открытки. И мы с вами видим, что надпись очень лаконичная вот на нижнем поле открытки. Почему? А потому что задняя сторона открытки всегда предназначалась до 1904 года, всегда предназначалась только для написания адреса. Именно поэтому, вот мы, например, на ранних открытках мы видим вот такие пространства. Они предназначались для текста. А в 1904 году уже открытка вот получает такой вот свою оборотную, вернее, ее сторона, получает такое двойное, значит, два поля у нее получает, одно для написания адреса, другое для написания текста. Изначально открытки были в основном иллюстрированы. И очень много открыток издавалось к праздникам, особенно к главным христианским праздникам. Это к Пасхе и к Рождеству Христову. Известно, что одна из первых таких пасхальных открыток, это вот здесь мы с вами видим, это 4 открытки по эскизам художника Каразина. Это был замечательный художник, который очень много работал в России в так называемых малых формах графики. Он был иллюстратором книг и журналов, был сам писателем. Более того, он даже делал этикеты для чая, для чайных упаковок, что было большой редкостью в то время в России. И, в общем, этот художник очень много сделал для развития малых форм графики. И вот как раз то, о чем я говорила, вот эти вот пространства в композиции, они оставлены для текста. Вот эти открытки Каразина были изданы общиной Святой Евгении Красного Креста. Это была замечательная организация. Она была создана еще в 1882 году. Ее целью было помочь медсестрам, которые остались без средств существования после русско-турецкой войны.
В 92-м году Евгения Максимилианова Альденбургская становится покровительницей этой организации, организует общину сестер милосердия. С 90-х годов, когда ее стал возглавлять Степанов, он очень большое внимание стал уделять издательской продукции. Он привлек к работе вообще не очень многих художников, прежде всего мироскусников. Бенуа, Сомов, Лансере, Билибин, они работали для открытых писем, которые издавались общиной Святой Евгении. Вот перед нами как раз произведение, значит, Билибина, которое посвящено Пасхе, пасхальному сюжету. Вот две замечательные открытки, причем они парные, которые сделал Федор Беренштам. Он же был издателем журнала «Открытое письмо». Использовал здесь такие буквицы, которые были характерны для русской рукописной книги. Для общины очень много работала Елизавета Меркурьевна Бем. Она была иллюстратором детских книг, она очень много делала открыток на эти детские сюжеты. И они до сих пор пользуются популярностью. Вот около 300 известно открытых писем, которые создала Бем. Она была акварелисткой замечательной. Училась она в обществе поощрения художников у Крамского. Занималась очень много редкой для России техникой силуэта. Ее, кстати сказать, весьма привечал и очень ценил Владимир Васильевич Стасов, который в нашей библиотеке заведовал отделением изящных искусств и технологий. В общем, открытки с сюжетами, которые рисовала Бем, пользовались колоссальным спросом, и их выпускала не только община Святой Евгении, но и многие другие издательства. Среди пасхальных сюжетов очень много достаточно реалистических изображений, которые посвящены празднику. Очень часто использовалось вот это пасхальные яйца. Это самый традиционный сюжет, естественно, для пасхальной открытки. Вот здесь мы видим вполне себе реалистический сюжет, созданный живописцем. Другая композиция, связанная с пасхальной темой, совершенно орнаментального характера. И здесь мы уже видим графику, выполненную в стиле ар-нуво или модерна, как мы принято сейчас говорить. И пасхальная тема была очень популярна для открытых писем. И вот мы с вами видим самые разные композиции, но везде обыгрывается, значит, это светлое Христово воскресенье, крашение пасхальных яиц. И вот мы видим, как на одной из открыток уже тогда применяли достаточно новаторские по тем временам техники с использованием всевозможного блинта, который давал стразы такие, давал выпуклую печать. Полиграфическая продукция, она такая тоже совершенствовалась для привлечения покупателей, потому что издание открыток было очень доходным делом. Вот мы видим изображение Андреевской церкви в Киеве. Ну и, конечно, вот у нас, например, есть замечательный образец открытого письма, который издала Императорское православное палестинское общество. Оно возникло для помощи православным именно в их паломнических поездках. И вот наряду с лубками, которые они покупали на Святой Земле, они приобретали и открытые письма, которые посылали своим корреспондентам. И вот, повторяю, палестинское общество тоже, видите, работало над совершенствованием, над выпуском вот этих открытых писем. Первая мировая война внесла коррективы, конечно, в сюжеты открыток. Вот мы видим открытое письмо с изображением пасхальной ночи среди солдат. Тематика, конечно, очень меняется в военное время. И здесь мы видим такую черно-белую гамму, достаточно трагическую, в общем, всевозможные реалии войны, которые придают ей совершенно иной характер, такой эмоциональный. Вот замечательная открытка, которая изображает раненого воина с медсестрой, а выполнена она художником Апсетом, которого, в общем, мы все знаем как уже советского художника, плакатиста, журнального графика. Начинал он вот с открыток,
И вот эта открытка, несомненно, пользовалась успехом у населения. Перед нами открытка «Пасхальный привет родным героям», которая была издана комитетом, попечительским комитетом под руководством великой княгини Ксении Александровны, сестры Николая II. Мы знаем, что многие члены царской фамилии занимались благотворительностью, особенно во время войны. И вот эта открытка, тоже выпуск ее, один из актов этой благотворительности. Вот перед нами очень интересная открытка, выполненная опять Елизаветой Меркурьевной Бем, и очень интересная прежде всего своим адресатом. Значит, здесь написано «Королевишне Ольге», в Греции она направлена. А эта королевишна – это никто иной, как 9-летняя принцесса Ольга, дочь великой княгини Елены Владимировны, внучка великого князя Владимира Александровича и правнучка Александра II. Очень многие открытки иллюстрировали военную жизнь, и художники всегда изображали солдат во время битвы, в окопах, когда они праздновали Рождество или Пасху. Вот мы с вами видим с Рождеством Христовым, мы видим изображение солдата, тоже силуэтный солдат около елки. Очень часто писали стихи. Здесь замечательно, у нас есть сюжеты, которые создал Апсита, по которым мы уже говорили, художник, который активно работал в 20-е годы над плакатами. И вот здесь мы с вами можем прочесть стихи, которые подписаны М. Галь. А это Гальперин, тоже впоследствии очень известный советский литератор, журналист. Вот его одно из четверостишей «Грядущий день». Как будто десница Господня рассыпала мир и покой, то ангелы Божьи сегодня проходят над спящей землей. Часто использовались традиционные сюжеты библейских сцен. Вот мы с вами здесь видим открытку с Рождеством Христовым. Но надо сказать, что вот эта открытка с изображением Рождества Христова, она иностранного происхождения. Они ходили, бытовали на русском рынке. Но надо сказать, что не приветствовать и русские издатели, их старались не выпускать. Вот, например, архимандрит Никон Рождественский писал в одной из статей в 1911 году, что если даже ваше изображение будет испачкано штемпелем, вам же будет неприятно. А что говорить об изображении Девы Марии или Иисуса? Поэтому в России таких открыток не издавалось. Это была в основном иностранная продукция. Но она имела хождение на рынке. Таким образом, мы видим, что тематика открыток была самая разнообразная. Но открытки с рождественской и пасхальной тематикой были наиболее популярны среди населения. Вот эти открытки, они, несомненно, коллекционные, потому что коллекционировали открытки со времен появления этого вида печатной графики. Открытка интересна не только как несомненный какой-то экономический, я бы так сказала, продукт, как сейчас выгодно говорить, приносящий доход. Открытка интересна как исторический и визуальный источник. Открытка является документом. Открытка интересна сегодня для исследователя, для изучения, потому что она дает очень разнообразные сведения. И поэтому наши открытки пользуются большим спросом у читателей. Мы еще вернемся в отдел эстампов Российской национальной библиотеки. А сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.